7 декабря республика присоединится к всероссийскому правовому диктанту. Он включает в себя 30 тестовых заданий на знание основ Конституции, законодательных актов и понятий юриспруденции. Оценить свой уровень правовой грамотности возможно в онлайн-режиме на сайте юрдиктант.рф. Для очного написания диктанта в республике откроются 63 площадки. Главное в ЧГУ имени Ульянова. В Национальной библиотеке примут людей с ограниченными возможностями. Начало диктанта в пятницу в 12 часов.